have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, продолжаем. Оп, фонарик. А копья у меня тут нету. Сейчас я... О, вспомнил. Так, тут есть зажигалочка, и можем пойти вниз. Хорошо, поехали. Честно говоря, я уже очень так хорошенько подзабыл, что тут происходит. Я помню, что я прошел темный регион. Оп, не лагаем, пожалуйста. Так. Подожди. Это взять, это бросить. Это взять, это бросить. Поменять местами. Хорошо. Мне нужно копье, чтобы пожрать. И вот эту штуку копья у меня нет, к сожалению. Жаль. Я бы сейчас вернулся бы, еще пожрал бы. Не падаем. Тут ничего нету. Хорошо. Так. Да, я почитал комменты, все-таки к прошлой серии, причем я их почитал, скажем так, не только тогда, когда я закончил ту серию, я их почитал еще сейчас по-свеженькому, спасибо. Там было очень подробное описание, куда... Блин. Эти водоросли хищные? Ага, спасибо. То есть этого ни в коем случае не стоило делать. Я почему-то думал, что они выглядят как-то немножечко подозрительно. Такой, да ладно? Вообще ни разу не да ладно. Так, вторую руку держим свободной, чтобы, если еще пожрать сейчас. Камушками я на самом деле не уверен. Так вот, кстати, я ни разу не запомнил, куда мне идти к персонажу, с которым надо поговорить. Мне кажется, это очень, во-первых, сложное объяснение. Мне придется как минимум где-то его себе сохранить, чтобы по-человечески... Вот там копье появилось. Чтобы по-человечески им воспользоваться. А во-вторых, мне бы, наверное, не хотелось таких подробных спойлеров. Не, я, конечно, благодарен, потому что если я вдруг... окажусь в каком-нибудь там тупике или что-то такое, то, конечно, мне бы хотелось, чтобы мне рассказали, как что дальше. Так, предлагаю сейчас вернуться. У нас есть копье. Я так понимаю, цветочек нас накормит, вот та штука, она нас накормит полностью. Поэтому мы сейчас можем пойти поспать на вот эти вот три поинта, которые я сожрал, потом лопнуть цветочек и еще раз пойти поспать. Если это так работает, я буду крайне доволен. Поехали попробуем. Я так понимаю, что количество сохранений, оно все-таки не влияет на то, кем я стану. Вот, так. Кстати, у меня такое есть не то чтобы сомнение. Я постоянно, находясь в этой игре, я нахожусь постоянно на каком-то таком балансировании между тем, что вот мне это интересно, хоть и сложно, и до того, что, ну, я не знаю, я на грани того, чтобы бросить. Темнота, вы говорите, кстати, что темнота вам была очень сложна. Мне темнота тоже очень не понравилась, но мне она не понравилась по-своему. Именно тем, что... Не прыгай, пожалуйста, так... Именно тем, что я вам уже говорил, что мне приходилось поперепроходить там по 100-500 раз. Вот, то есть, ну, по-своему было неприятно. Так, можно... О, и копьецо можно забрать, и можно еще раз пойти поспать. Там фрукты внизу выросли, что вообще хорошо. Я не знаю, ну ладно, я не буду это все вырезать, потому что мы с вами как раз пока что разговариваем. А где мой свет делся? Я его не забрал с собой, что ли? Пожалуйста, не говорите мне, что я не забрал свет. Хотя ладно, там темный регион, там мы уже прошли. Хотя, учитывая то, что вы пишете, мне еще в темный регион надо будет вернуться. Короче, ладно, пока что ходим, смотрим то, что есть. Судя по тому, что вы писали, вот там, через тут, через здесь, да, фонарик пропал. Офигенно просто, потому что я его просто не забрал.
Я рад и счастлив. Хаваем. И еще раз хаваем. А я допрыгну, если... Не допрыгну. Но тут есть еще фруктики. Фруктов, кстати, много. Я могу пойти еще раз прокачаться и еще раз покушать. Короче, да, эта серия будет, наверное, немножко дольше, за счет того, что первую часть серии я просто хожу и жру, ну и заодно рассуждаем с вами о том, что происходит. Блин, как я печально фонарик потерял, это... кстати, да, насчет системы рейтингов. Слушайте, да, я прекрасно понимаю, что есть система рейтингов. Напишите мне, пожалуйста, вот то, что вы видели до этого. Я хоть раз до этого сталкивался с торговцами или нет, потому что смотрите, что произошло. Если он на меня не должен нападать, потому что, ну, по идее, у меня с ним рейтинг нейтральный. У меня было несколько раз, когда я к нему заходил, и он на меня прям бросался. Хотя вроде как до этого я их не убивал. Как мне кажется, опять же, я мог просто провтыкать, не знать, что это они. Поэтому, насколько у меня рейтинг сейчас уже просран, то, что я украл у него фонарик, я не помню, потому что я загружался там раз... 10-12, убил я его, не убил в конце концов, потому что было несколько исходов. Был тот исход, когда я его убиваю, был тот исход, когда я просто его шугаю камнем, по-моему, в прошлый раз мы с ним просто друг друга камнями пофигачили, вот, и на этом разошлись. Вот, поэтому, опять же, то, что я его убил, не убил... Ты можешь съесть на весу? Можешь, отлично. А я не хочу. А можно нет? Подождите. А, туда? Ну, я же схожу из того, что мне постоянно направо, так? А направо здесь можно... Только если проплыть. Погодите, я попробую еще. О, стой, он мне показывает, что там кто-то... Давайте я попробую туда сходить на минуточку. Посмотрим, что тут будет. Давайте я и камушек возьму с собой. А запрыгнуть можно? Спасибо. Тут, наверное, даже я бы сказал... Ослепительно светло после того, что было. А, я не хочу опять вот эти вот попрыгушки, знаете. Ну что, в прошлый раз мне очень не понравились вот эти вот попрыгушки по... Блин. А туда прям... И туда прям можно. Ух ты, ё. Там какие-то ягодки есть. Нет! Ну, хрен с тобой, давай сюда смотрим. Тут какая-то канализация, какого, блин, фиг. Минуточку, а я задохнусь, не задохнусь? Туда можно пройти. Ну, туда надо было пропрыгивать. Там вот этот калечный пропрыг. А я могу по... А-а-а! Он задыхается. А как тогда? Погоди! А как я должен был там проплыть тогда? Может, вы уже что-то писали, как можно дышать под водой? Блин, я попой дышать не умею пока что, к сожалению. Там есть второе копье. Оп. А, да пофиг. Еда, кстати, да, насчет, написали, что тут самое большое количество бегающей еды. Тут, по крайней мере, пока что самое большое количество обычной еды. Вот эти синие стручки, они отрастают довольно быстро. Это приятно. То есть, можно не особо париться. Можно будет сейчас... Вот, типа, если я поплыву вправо, оно ж меня... Я ж там утону нафиг.
Так, еду я похавал, хорошо. Давайте я попробую там пропрыгать, если получится. Ну что, под воду ты падаешь, ты там уже потом уже ничего с этим не... Хотя... А, прикинь, вот тут можно и под воду, из-под воды. Вон, я вижу эту штуку. А зачем мне это? Короче, не получилось пропрыгать. А как я в прошлый раз забрался? Вот так. Я не знаю, это очень рандомная ситуация. Я бы... Ой, там фиолетовая ящерка. Наверное, хорошо, что я туда не попал в этот раз. Ладно. Можно быстрее, пожалуйста? Окей, там можно вылезти. Неприятно, конечно. А зачем эти цветочки? Или это не цветочки, подожди. Вниз, так я понимаю, тоже можно, да? Можно. И туда можно. Но по... Да? Вот там он по стенке прыгать? Да ну погодите, это бред какой-то. Нет, 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 а че? Он в этот раз он моментально задохнулся. Хорошо, я вас понял. Ладно, ребят, прошло довольно-таки мало времени, но я могу сейчас уже официально заявить, что я ненавижу водную локацию. Во-первых, я не понимаю, какой у меня таймер, что вообще отвратительно. Во-вторых, я не понимаю, что мне можно, что мне нельзя. Игра позволяет, конечно, экспериментировать. Но что-то как-то... Я хочу попробовать все-таки там поверху перебраться, если у меня это получится, я без понятия пока что. Потому что там выглядит очень криво. Причем не сложно, криво. К сожалению. Вся эта фишка с прыжками, с паркуром. Не знаю, я вам уже говорил в прошлых сериях. Как по мне, она слита просто на 100% здесь. И... А можно? Да. Я чуть не сдох там сейчас нафиг. А как туда попасть? Я не понимаю. А я его не убил, да? На. Да, я ему ничего не сделал при этом. Давайте я попробую вернуться. Пока я дышу наверху, я же не сдохну. Не сдохну, скорее всего. Хорошо. Нам, по крайней мере, дана возможность... А что я с ящеркой теперь сделал? Эти! Зацепись ты! О, ящерка свалила, кстати. Стой.
Нет! Оно ко мне поплыло. Я не знаю, как туда допрыгнуть. Но там не хватает прыжка, и там не хватает за что зацепиться. Я вот за вот эти цепи, я вроде цепляться за них не могу, как мне кажется. Хотя они выглядят, как будто могу, но... Хрен его, напишите. Давайте попробуем... Ну я не успеваю... Тут, кстати, можно пройти. Но... Но мне тупо не хватает воздуха. Я не знаю, что мне делать. Может... Может, есть что-то, что мне помогает дышать. Вон те синие камушки, которые я подбирал. Думал, что это еда, это же не еда. Цикл 37, обалден. То есть вот так вот туда-сюда пойти прокачать себе пару циклов, это вообще не проблема, смотрите. Еды тут хватает, и мы в таком убежище, которое относительно безопасное, и которое... О. Вон, видите, если бы я там проплыл, я бы, возможно, вышел бы в ту комнату, куда я не могу пройти по верху. Но я не знаю, как мне так сделать. А, кстати, не. Да? Ну-ка, сейчас попробуем, подожди. Угу, попробовали. О, души. Спасибо. А вон типа пузырьки воздуха, погодите, они работают или нет? В этот раз я сюда добрался вообще без проблем. Чё-то здесь не сходится, подождите. Ты можешь, пожалуйста, не скользить по этой штуке? Спасибо тебе огромнейшее. Я за нее цепляюсь, и это меня сбивает до того... Где я? Вот я. Офигеть! А как? А что? А, вот он. Ага. То есть оно поверху, вон туда и вон туда. Так. А можно... А что я тогда здесь делаю, извините? Там внизу эта фигня, я там не проплыву. Смотри, сколько там этих ящерок, пиявок, вот этого всего говна. Вы чё? И да и зачем мне туда? У меня экран туда не поворачивается просто. Так. Туда поверху пропрыгать. Разве что если копье как-то на изворотке воткнуть и как-то... Не знаю вообще. Вот тут сверху я... Ну, можно проплыть в... Но там только смерть. Сейчас, а может быть там что-то поменяется? Подождите. Там...
Это иногда нормально делается, а иногда охрененно криво, инчи. О, здрасте. Ждем? Но он меня ждет там. Че я ему сделаю? Она же меня сожрет. Там еще пьявки какие-то вот эти. Мне кажется, что оно вообще ни разу не дружелюбное. Да и зачем мне туда? То есть там посередине теоретически может быть что-то, почему я могу подняться? Честно, я сомневаюсь. Не, ребят, давайте пока вниз. Можно, пожалуйста, не дохнуть? Ну не дохнешь, ты немножечко же еще жешь. Ладно, нам все равно сюда возвращаться. Нам все равно сюда. Да, хорошо, давайте потеряем еще один ранг, я же не против. Я не пойму, эти пузыри работают, не работают, насколько быстро я задыхаюсь, не насколько я быстро задыхаюсь. Что вообще происходит? Нет, на самом деле, многие вещи... Вот то, что я говорил, собственно, в начале, эта игра держит меня в таком неком балансе, потому что, с одной стороны, не проходит ни одной серии, чтобы я не думал, что мне пора бросать этот проект, но, с другой стороны, каждый раз находится что-то интересное, что меня тут удерживает. Во-первых, а во-вторых, вы, ребят, достаточно широкая фан-база, которым интересен этот проект, собственно, как и мне, но таким образом у меня не складывается ощущение, что я играю в одиночку. Молодец. Нет! Нет. Просто нет. Я хотел фрукт выкинуть. Это их отвлекает, кстати. Ненадолго, но все же. Прикольно, хорошо затестировали. То есть теоретически туда вниз можно как-то про... Хотя нет, нет, нельзя. Вон оно показывается, что... А в другую сторону... Так, как будто подо мной что-то есть, смотрите. Как будто подо мной какой-то то ли резервуар, то ли... Ну, я имею в виду под вот этой локой, видите? А, это вот этот круглый резервуар. Тьфу ты, блин, все, я понял. Я его вижу у себя на экране. Там внизу вон какие-то угри возятся, но все, я сообразил, что это такое как-то. Так, ну что ж. Давайте деловой походочкой. Знаете, на самом деле это очень печально, что игра, в которой... От! Спасибо огромное, что ты не зацепился. От паркура, в которой очень много чего зависит. В этой игре настолько всратый паркур. Это прям большое вам спасибо за это. Я все хочу туда попасть, но мне никак не получается. Итак, пробуем... Попади туда, пожалуйста. Но я не могу, он просто не доплывает. Ну почему? Нет, 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 нет. Я явно что-то делаю здесь неправильным. Так, давайте подумаем. Наверх я пойти никуда не могу. Вот эти вот локации со ступеньками, они идут исключительно вниз. Внизу у нас есть... Лока, через которую я могу пока что теоретически попасть только налево. Большая лока налево. Там можно или вниз в трубу, или как-то дальше. Я очень хочу как-то дальше, но пока что не вижу никакого способа, как туда добраться. Как по мне, это пока что выглядит невозможным. Потому что вот этот вот, я вот сейчас видите, желтого этого чубика, вот этот вот перепрыг сделать, ну как-то вот я вообще не знаю, насколько это реально. До него нормально доходится? Может, там как-то внизу потом проплыть и тут подняться? Ладно, давайте еще одну глупость попробуем. Потому что, как по мне, ну, оно выглядит, как будто нам туда. Однако, я еще оптимистичненько каждый раз продолжаю хавать эти фрукты. Надеюсь, что
мы дойдем еще там до какого-то убежища, что-то где-то как-то будет, да. Моя чуйка мне подсказывает, что за эту серию мы нового убежища вообще ни разу не найдем. Но опять же, ладно. Мы же не будем пессимистами, правильно? На самом деле приятно, когда игра дает тебе какой-нибудь такой интересный челлендж, ну, скажем так, чтобы ты помучился, но сделал. Но, однако, абсолютнейше неприятно, когда происходят вот такие вещи. То есть сейчас я обратно, видите, хожу и дохну на одном и том же месте, потому что, ну, фактически, то тут не цепляется, то там, то еще что-то. Вон эта штуковина, она же как-то... Вот как мне туда запрыгнуть? Вот там мои души. Если я упаду, я, по крайней мере, сожру свои души. Вот видите? Я тупо не допрыгиваю. Я не знаю, как туда можно допрыгнуть. А, пиявки. Да-да-да, кстати. Про пиявки мне писали, мне говорили. Это вот... То, что меня здесь убивает... Я уже не выберусь, да? Меня тащат... Понятно. Значит, то, что там в прошлый раз было, это были тоже пиявки. Кстати, вот та ящерка, то, что она конвульсивно дергается, она живая или нет? Это... Как мне понять? Да, перезапускаем, потому что все равно не... Так, хорошо. На самом деле, я же говорю, мне абсолютно не парит, что я слил кучу всего. Не возвращаясь в предыдущую локу, в темноту, не возвращаясь вот в этой локе, что я могу сделать? Все, что вот я понаоткрывал, вы видите сейчас. Количество смертей тоже. Под воду лезть... Оставьте даже пиявок и оставьте даже водоросли. Он тупо тонет. Это просто какой-то трешак. Я не знаю, что с этим делать. Причем иногда его хватает банально просто выплыть, а иногда ты начинаешь тыкаться в проход, не можешь в этот проход попасть, тратишь какую-то долю секунды, и тебе уже не хватает на то, чтобы выплыть. Вот это вот слева, кстати, крайне подозрительно, потому что я там не могу никуда дальше по воде проплыть, я не понимаю, почему водоросли, ну, такое себе оправдание, честно говоря. Вот тут вот явно находится что-то прикольное, на мой взгляд, потому что туда идет и дорога по верху, туда идет и дорога по низу. Мне кажется, что там что-то интересное, хотя это противоречит логике, что нам все время направо. Насчет того, что нам все время направо, вот это вот труба. Насколько там вообще что-то есть, ничего там нету, пытаться, не пытаться, с тем учетом, как он плавает. Возможно, опять же, я провтыкал какую-то мелкую деталь, про которую вы писали, как можно дышать под водой, и типа я всю эту серию промучил зря, ну, такое. Короче, да, признаю, я в тупике. Я не знаю, куда и что мне дальше, потому что выглядит это крайне... Неоднозначно. Все, ребятушки, я говорил, что сделаю серию побольше. Я соврал! Потому что больше некуда нафиг идти. Подожду ваших комментов. Я упорно не хочу лезть в интернет, смотреть. Нужно, ну, какое это будет прохождение? Серьезно, давайте так. Если ты просто пошел, прочитал, как пройти, или посмотрел другой летсплейчик и посмотрел, как пройти, ну, тогда толку с этого, ну, такое себе. А когда вы в комментах пишете, типа, вот, слушай, пройди там, пройди тут, посмотри там, посмотри тут, оно такое ощущение, как, знаете, со своим чувачком сидишь возле компа, играешь, и он тебе подсказывает, и вы вдвоем думаете, ну, втроем, вчетвером, сколько нас тут сейчас накопится. Вот. Как-то это совсем другой геймплей. Поэтому жду ваших комментов. Не хочу идти смотреть, как это проходится. Попробую сам немножечко подумать, ну и постараюсь почитать, как можно скорее всего, что вы напишите. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.